Повод сесть за стол и выпить всем вместе по чашке чая есть. Представители Союза офицеров запаса оперативно сделали в доме долгожительницы ремонт. Настелили полы, поменяли электропроводку, сделали новую систему водоснабжения, установили газовую колонку, подключились к центральной канализации. Есть теперь в доме душевая кабина и санузел. Это хорошая помощь. Это нужная помощь. Я считаю, что то, что мы сделали, это заслуга всех офицеров. И что самое главное для офицеров? Ну кто кроме нас? Никто кроме нас. И второе – слово дело. Это самое главное. Сказал – сделай. Познакомил офицеров запаса с долгожительницей Мелик Минасян, глава Совета старейшин Лаосского округа. В вопросах, касающихся истории поселка, Матрена Григорьевна Сунгурьян в девичестве Якушкина – его главная помощница. Ведь она уроженка этих мест. Вдова полковника пограничных войск СССР. За долгие годы совместной жизни с супругом пройдено десятки пограничных застав. Жизнь была очень трудная, признается Матрена Григорьевна и добавляет, а теперь время исполнения желаний. Сегодня она читает гостям наизусть стихи и мечтает встретиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Ну, человек от души, он мне нравится, такой он простой, добрый, мне кажется. Когда в 103 года совершенная память, когда стихи Дементьева можно услышать, Пушкина, вот, но... Меня за душу взяло следующее обстоятельство. Она говорит, как я хочу увидеть в своей жизни Рамзана Ахматовича Кадырова. Офицеры пообещали по возможности довести информацию до главы Чеченской республики. Ведь Матрена Григорьевна намерена дождаться дорогого гостя. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.